Синька, что это? Нолик, спокойно, не пугайся. Это сирена. Сирена? Да. Почему она такая громкая? Сирена громкая, потому что сирена предупреждает нас об опасности. Это значит, что мы должны взять своих мам, пап, братиков и сестричек и отправиться в безопасное место. Сирена – это наш друг. Ну так пойдем скорее. Конечно. Только нам нужно идти очень аккуратно и очень быстро. Нолик, ну все, мы можем с тобой продолжать играть. Здорово. А, стой. А почему мы долго там так были? Потому что в безопасном месте нужно оставаться хотя бы 10 минут. И только после этого можно выходить и заниматься своими делами. Вот. Ну это же скучно. Нолик, это скучно, но это необходимо. Ребят, а вы остаетесь в безопасном месте 10 минут? Напишите в комментариях, чем вы себя занимаете, чтобы не скучать. А мы с Ноликом продолжим играть. Давай? Давай.